Кировские школьники стали призерами на чемпионате Европы по карате Кёкюсинкай. На днях молодые люди вернулись домой с кубками и медалями. Правда, серебряными. Что помешало завоевать первые места, спортсмены объяснили Елизавете Халиковой. Соревнования по карате Кёкюсинкай для кировских школьников Кирилла Леденцова и Стаса Никулина стали делом привычным. Этим видом боевых искусств ребята занимаются больше 7 лет. А вот на чемпионате Европы юные спортсмены пробовали свои силы впервые. Ребята попали в сборную России и отправились в Болгарию, где оба завоевали серебряные награды. Не выложился на все 100, мог бы и лучше. Просто, наверное, неопытность. Однако тем, что заняли второе место, воспитанники спортивного клуба «Дельта» не огорчились. Даже наоборот, гордятся. Им удалось обойти спортсменов из нескольких стран Европы. Тем не менее, считают каратисты, для них главное не победа в соревнованиях, а навыки, которые они получают на тренировках. Умение постоять за себя или друга могут пригодиться в жизни. На уроках физкультуры есть. Все там нормативы сдавал легко. Уже тут же физическая подготовка тоже. На этой же улице тебя могут поймать где-нибудь, и ты можешь от них отбиться. Сейчас ребята готовятся к следующему чемпионату. На этот раз – мировому. Елизавета Халикова, Алексей Юферев, Бюро новостей «Давича».